Ну а пока в Котлас в городском суде состоялось второе заседание по делу ухтинца Никиты Князькина, виновника аварии, в которой погибли три молодые котлашанки. Накануне были допрошены шестеро потерпевших, это родственники и родные погибших. В этот раз в суд пригласили четырех свидетелей. Всего по делу их проходит 12. У Князькина два адвоката. На стадии предварительного расследования смягчающих и отягощающих наказание обстоятельств у виновника ДТП не установлено. Перечень смягчающих наказаний обстоятельств предусмотрен статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. К смягчающим наказаниям обстоятельства могут быть отнесены в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда потерпевшим, в том числе принесение извинений. Обвиняется Князькин по 246 статье Уголовного кодекса. Ее санкция предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы. После показаний всех свидетелей, потерпевших и подсудимого суд приступит к прениям сторон. И только после этого будет вынесен приговор.